Всем привет! Сегодня очень жаркий день. И вчера вечером мы приехали из-за этой жары к знакомым на дачу. Так что, чтобы, блин, в прохладе, потому что кондиционера у нас еще пока в квартире нету. И, соответственно, дома очень жарко. И мы решили провести выходные на природе. Вот такие здесь цыплятки. Ну, они, конечно, там прячутся. Им видно тоже жарко. Опа, опа, опа. Вот они все. Ай, фокус не берет. О, вот так вот. Вот такие вот они. Огород у них тоже очень большой. Здесь он идет. Картошка. Не, конечно, хорошо. А что говорить, когда все свое, тем более рядом с городом. У меня вот получается до деревни ехать 3,5 часа. И лишний раз не съездишь, так как у меня получается ездить только на ночь. Ну, сейчас я вам покажу их парнички. Ну, я просто вот, я не знаю, я люблю все такое. Парнички, огородик. Был бы, конечно, вот у меня деревня так же близко, я бы отсюда вообще бы не вылазил. Я бы прям постоял, все бы выходные тут бы проводил. Вот такие вот парнички. Парнички Иван делал сам. Помидорки. А здесь вот есть арбузики. Там еще вон арбузик. С той стороны еще. Вон какой высокий помидор. Это вот видно, пожелтели, наверное, это жарко. Наверное, маленько, как говорится, подгорели. Лучок. Это уже грядочка пустая. Вот, и это тоже парничок, он делал тоже сам, все своими руками. Ну, они, им просто близко ездить. Удается уделять больше времени. А это что у нас? Тоже арбузики, только помельче еще. Вот. Здесь вот морковка. А здесь вот такие, клубничка еще есть. Здесь вот такие вот парнички он сделал. Надо как с расстояния, что ли, показать. Вот. Вот такие парнички. Это вот баклажанчики. Это перчики. Тоже перчики. Это пустой. Это тоже похож на баклажанчики. Перчики. Вот такие вот огурчики, стеночкой так посужено, перчик. Зато смотрите, да, это все требует времени, зато посмотрите, какая красота. Ты знаешь, что это все без химикатов, без чего-либо. Очень хорошо. Прямо, я бы сказал, красота. Вот у него так вот стоят два парничка. И здесь вот, вот такая красота. Такие еще парнички. Но это все занимает очень-очень много времени. Прямо, я бы сказал, жесть. Жарко, да? Жарко.
Вот такие вот еще просто вне парника помидорчики. Там вот кабачочки. Вот она, красота. Вот вроде ничего особенного, а запах такой вот идет. Прям вот жалко, что камера не передает. Лучок уже можно собирать. Уже весь лег. Вот такие бочечки стоят для полива. Это очень и очень даже прикольно. Прям вот ходишь и прям воздух здесь. Вроде от города, но вчера вот мы с пробкой ехали час. Но это с пробкой. Как бы и вроде кажется, как бы недалеко от города, но воздух уже совсем другой. И сейчас так получается то, что проснулись, а жарко. Уже жарко. И я первым делом сделал правильно, что я пошел в летний душик и маленько ополоснулся. В этом году тоже с братом сделали маме тоже летний душ. Все хорошо, только единственное еще осталось там. Ну, мы повесили просто занавесочку. В принципе, как это у всех и сделано. Даже вот у них вот клюжа тоже просто занавесочка. Ну, блин, занавесочка так получается. Видно то ли с ветреной стороны. Такое у меня получилось. Но это сдувает плохо в этом плане. Хочу сделать какую-нибудь калиточку или какое-нибудь заграждение. Но это уже на следующий год. И прям будет все хорошо. Так что прям зашел так. Кранчик открыл. Облился. Вот как я сейчас только что же сделал здесь. Прям красота. Свежо. Правда, ненадолго. Уже он практически сухой. Он, кстати, да. Не показал. Здесь же еще есть виноград. Беседку не надо. Там девчонка сидит. Я виноград. Сейчас покажу. Вот они прям вроде висят. Олег, ты огурчик показывал? Да, показывал. Нет, прям эти малыши. Какие малыши? Поздоровайся. Привет. Беседку, говорю, не надо. Там, говорю, девчонка. Вон грибы, покажи, растут. Вон, о, грибы. Грибочки, говорят, там растут. А пойдем посмотрим. Грибочки, это хорошо. Сейчас я выйду, потом тогда будешь снимать. А я не снимаю, не снимай, не закрывай. Не надо. Вот, да. Действительно, грибочки. Маслята. Слива. Вот лошади. Это участок 40. Вот такие прям маслятки. Красота. А дальше что-то уже и нету видно. Окончились маслятки. Вот такая вот молодая еще прям слива. Вот такая вкусная. Вот такая беседочка, домик. Беседочку тоже он сам сделал. Ну, молодец. Как говорится, руки, голова работают. Считай, сколько на это вот все времени просто даже надо. Даже просто элементарного времени. Видео сейчас снимаем редко. Времени вообще нет, все занимает работа, работа, работа и работа. Только работа. Обалдеть. Слива. Все занимает сейчас. И скидываем шорты только в основном.
такие вот еще саженцы есть. Ой. Очень вкусные сливы. В магазине покупаешь совсем не то. Здесь уже совсем другое. Прям вкусно, вкусно, вкусно. Жалко, вот это все передать нельзя. Через камеру. Ох. Ну что, на этом наше небольшое видео подходит к концу. Постараемся выделять время на съемки. Будем снимать. И не только у кого-то, но и у себя. У меня сейчас тоже. Все-таки во многих видео я рассказывал, ой, хочу снести баню, поставить забор. Года 2-3, наверное, я вам все про это говорил. Но в этом году мы это и сделали. Мы с братом провели там полностью отпуск. И теперь у нас есть там и душ летний поставили. Прям вот. Такая красота, я не думал, то, что я думал, получится, да, там заборчик туда-сюда, но нет. Мне очень понравилось, как у нас получилось, мы делали это впервые, сваркой пользовались первый раз. Вот, но снимать времени просто не было, так как погода была очень плохая. Приходилось работать набегами, дождь закончился, чуть подсохло, все, бежишь быстренько, быстрее делать. И опять дождь. Пока дождик там отдыхаешь. Дождь закончился, маленько подсохло, опять бежишь, начинаешь делать, так как время ограничено, и за это время надо было успеть. Но мы успели сделать там заборчик, душ. И успели сварить каркас для беседки. Беседка будет средненькая, 3x3, вполне достаточно. И хочу потом сделать там... Ну, что-то типа летней кухонки. Хочу поставить стол. А что, в принципе, там? Стол поставлю и комфорочку, и все. Больше там, в принципе, ничего не нужно. Так, чтобы, допустим, у меня ледышка могла прийти на эту кухонку. Точнее, в беседку зайти и там приготовить, погреть или как ли. У меня будет... Уже стоит рядом мангал. Мне брат сварил. Хороший мангал, прям как вот мне надо было. И, соответственно, стоит прачка для того, чтобы готовить в казане. Все прям у меня как получается зона отдыха. Ну, пока что это все там не приведено просто в порядок. Там надо маленько подразровнять участок. Немного, ну, вообще, ну, короче, дела есть, но на это нужно время. Сейчас же пойдет, скоро поеду уже копать картошку. Будем убирать картошку и опять снова надо косить. Косить. Участок у нас там большой. И косить это я не знаю. Просто на это столько времени уходит, на это косить. То, что я приезжаю, как бы и делами такими не занимаюсь, а занимаюсь только косить. 3-4 раза за год надо косить. А у меня уходит 2-3 дня, ну, чтобы мне полностью все окосить, спереду до заду, там все, ну, весь. Это мне надо 3 дня. Я могу это окосить только за 3 дня. А езжу я всего лишь на одну ночь. Первый день приехал, делами позанимался, а на второй день все, что-то какие-то мелочи подделал, и все, я уезжаю. Поэтому, соответственно, критично не хватает времени. Ну, а на этом пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки.